Гуцинска, которая находится в бескрайних степях Ростовской области, стоит на постаменте знаменитый всему миру советский танк Т-34 – советский средний танк периода Второй мировой войны. Выпускался серийно с 1940 года. Являлся основным танком до первой половины 1944 года, до поступления войска его модификации Т-34-85. Это был самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода номер 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Успешность проекта была предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-мотора V2, благодаря которому средний толстобронированный Т-34 наследовал от легкого тонкобронированного БТ необычайно высокую удельную мощность, обеспечивавшую в течение всей Великой Отечественной войны абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости, маневренности, подвижности. Впервые в практике мирового танкостроения на среднем танке Т-34 была установлена длинноствольная 76-мм пушка Л-11 образца 1939 года. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у Советского Союза. Благодаря совокупности своих боевых качеств, Т-34 был признан многими специалистами и военными экспертами лучшим танком Второй мировой войны. При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками. Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков, различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов. На постаменте мы видим надпись «Слава героям, танкистам-тацинцам». Так какой же подвиг совершили советские танкисты, за какие заслуги увековечена их память в грозной боевой машине? Именно о подвиге 24 декабря 1942 года танкистов 24-го танкового корпуса, впоследствии 2-й гвардейский танковый корпус, сегодня и пойдет речь. Декабрь 1942 года. Уже несколько недель войска 6-й немецкой армии Паулюса были блокированы в стальном кольце окружения советской армии в районе Сталинграда. По плану операции «Сатурн» войска Юго-Западного и Воронежских фронтов должны были нанести удар по оккупированному городу Ростов-на-Дону. Тем самым планировалось создать еще одно кольцо окружения противника, находящегося на Северном Кавказе. Но начавшееся наступление Манштейма заставило внести изменения в планы операции. Главный удар войск решили принести на юго-восток в направлении города Морозовск. К выполнению поставленной задачи приступить должны были 1-я и 3-я гвардейские армии Юго-Западного фронта. 16 декабря 1942 года советские войска перешли в наступление. 24-му танковому корпусу под командованием генерал-майора танковых войск Баданову была поставлена особая боевая задача. Одной из ярких операций по недопущению деблокирования Манштейном окруженных в Сталинграде войск Паулюса стал знаменитый Тацинский танковый рейд. Этот прорыв в тыл противника нашей крупной группировки танкового корпуса проходил в неимоверно сложных условиях. В ту пору стояла холодная зима, покров снега достигал метра, видимость была ограниченной, особенно ночью. Температура танка доходила до 10 градусов ниже нуля. Отрываясь от своих войск, части корпуса смело уходили в тыл противника. По пути громили врага, захватывали обозы, склады, населенные пункты. Танковый рейд 24-го танкового корпуса генерал-майора Баданова в советской билетристике оброс множеством легенд и домыслов. Большую помощь окруженные армии Паулюса и Манштейна получали через воздушный мост, который находился в станице Стацинской. В ставке Верховного командования был задуман дерзновенный план об уничтожении этого моста и был поручен генералу Баданову. 24-й танковый корпус был создан в районе Ровеньки Ворошиловоградской области и введен в прорыв с Верхнего Мамона-на-Дону. 22 декабря наши танкисты сходу овладели хутором Ильинка. Было захвачено 33 румынских пленных и освобождено 150 наших пленных. В ночь с 22 на 23 декабря наши танкисты
под командованием командира Прищепова и капитана Зеленова с выключенными моторами на тормозах спустились к хутору Невскому. Необходимо было узнать обстановку в Слободе-Косырской. Большую помощь оказал местный парень Ваня Дегтярев. Он показал безопасный путь через реку Быструю. Но попытка танку пройти по льду не удалась. Лед не выдержал, и танк быстро ушел под воду. Тогда наши танкисты стали черпать воду из оказавшейся полыньи и лить ее на лед. При 30-градусном морозе вода тут же замерзала, образуя толстый мост, по которому прошли наши танкисты. Но утренняя атака захлебнулась, потому что Слобода-Косырская расположена на высоком берегу речки Быстрой, и немцам было видно все как на ладони. 8 атак они провели за 16 часов. Многих не досчитались командиров и политруков. Кто поднимет наших солдат на очередной бой? Этим человеком оказался Петр Костогрыз. Он прополз через мертвое поле и двумя гранатами закидал второй немецкий дзот. Начались уличные бои. Во время уличных боев Петра Костогрыза настигла пуля немецкого офицера. После выздоровления он вернулся на свою законную родину, Украину, и возглавил колхоз. К его боевым наградам добавились еще и трудовые. После ухода наших танкистов немцы вернулись, жестокие и разъяренные, и расстреляли более 70 человек, и в это число входил Ваня Дегтярев. Станица Скосырская, субъект Ростовской области, административный центр Скосырского сельского поселения Тацинского района. Первое упоминание о населенном пункте, возникшего на левом берегу реки Быстрая, 11 июня 1782 года. Именно эта дата обозначена в Государственном архиве Ростовской области. За верную службу царю и отечеству дарована эта земля Ивану Петровичу Скосырскому, казаку, человеку смелому, воинственному. Неоднократно принимавшему участие в казачьих военных походах, участвовал в походах на Пруссию в 1761 году. При штурме деревни Вертентена был ранен в правую руку, что сделало невозможным его дальнейшее участие в боевых действиях. В документе от 20 декабря 1777 года упоминается атаманским дьяком при атамане Иловайском. Выйдя в отставку, в 1782 году поселился в родовом имении, и в 1795 году Иван Петрович построил в станице храм Воздвижения. Станица возникла как хутор на свободных неказачьих землях в Донецком округе области войска Донского. В 1859 году она называлась Косырско-Быстрянская Слобода. Первое слово именно в написании через «А». Вероятнее всего, по фамилии семьи основателей поселения. Второе слово здесь – это название реки, на берегу которой Слобода была расположена. В ней было 220 дворов. В Слободе проходила ежегодная ярмарка в дни Успенского праздника в период с 10 по 15 августа. В 1863 году название упростилось и звучало как «Скосырская», но при этом появилось дополнение «Скосырско-Средней Обливской волости», то есть Слобода переросла в хуторской статус, и вокруг нее стали возникать новые поселения. Воздухи господствуют противника. Для того, чтобы скрыть передвижение от колонны, танкисты перемещаются длинными ночными маршами, а днем небольшими группами от одного укрытия к другому. Бои стараются не ввязываться, обходя крупные гарнизоны противника. Бой был принят возле Слободы Скосырской. К этому времени корпус уже двигался четвертые сутки без остановки. В баках оставалось все меньше топлива. И обходить Слободу означало делать большой крюк, потерять время и драгоценное топливо. Мы находимся на месте, где был хутор Невский. Из-за тумана за моей спиной не видна возвышенность, с которой танкисты и начали свою атаку с нескольких сторон. Природный рельеф местности позволил на выключенных моторах подойти вплотную к гарнизону в Слободе-Скосырской и нанести свой удар. В это же время для недопущения удара по основным силам дивизии танковый батальон капитана Нечаева с десантом на броне провел операцию по взятию станции в хуторе Бобовня, тем самым отрезав станицу Тацинскую от Морозовска, где находился крупный гарнизон противника. Благодаря успешной операции в Слободе-Скосырской и хуторе Бобовня пути к аэродрому в станице Тацинской были открыты. С
Станица Тацинская, субъект Ростовской области, административный центр Тацинского района и Тацинского сельского поселения. Население 9980 человек, основано в 1881 году. Станица является географическим центром Ростовской области. Свою историю населенный пункт начинает с хутора Аталового, Ермаковской станицы Донского округа. Первые поселенцы – три брата казака Сергеевых, обосновав на пустыре свои подворья. Так появилась первая улица, которая со временем стала расширяться на восток за счет новых поселенцев. Из хуторов Бугаевского, Крутинского и станицы Ермаковской поселок быстро разрастался, и в 1882 году население на казачьем круге решило именовать свой поселок Новоермаковской. Люди здесь в основном занимались земледелием и животноводством. Лучшие земли принадлежали помещикам Павлову, Тацину, Крюкову, Араканцеву и братьям Нифонтовым. Сейчас на территории района есть хутора, носящие в своем названии эти фамилии. В конце 19 века акционерное общество строительства железных дорог Юга России начало производить изыскательные работы для строительства одноколейки Лихая Царица. Изыскательной партией руководил инженер-проектировщик Нефедов. В течение 2 лет было подготовлено 2 проекта. По первому из них железная дорога должна была проходить через Белую Калитву, Грачи, Жирнов, Апанаскин, Новоросошинский, Зазерский, Морозовск. Получался большой крюк, да и помещик Араканцев не давал согласия проводить ветку через свои плодородные земли. По второму варианту дорога прокладывалась через землю помещика Тацина. Акционерное общество обратилось к нему и предложило большую сумму денег. Отказавшись от денег, Тацин поставил одно условие. Станция, проектируемая на 100-м километре новой дороги, должна быть названа его именем. Условие было охотно принято и в дальнейшем выполнено. К 1898 году железнодорожная ветка Лихая Царицын вступила в строй. Первым начальником новой станции Тацинской стал Леонтьев. Возле станции помещики Тацин и Павлов начали строить свои дома и магазины. Через несколько лет здесь выросли улицы. В настоящее время улицы Ленина, Горького, переулок Клубный и другие. В журнале областного управления войска Донского от 15 октября 1894 года отмечалось: хутор Таловый находится при станции Тацинской восточно-донецкой линии юго-восточной железной дороги. На станции образовался бойкий торговый пункт и хлебная сыпка, благодаря чему торговля быстро развивается. Осенью 1908 года по решению казачьего круга станица Новоермаковская была переименована в Тацинскую. В 1914 году началось строительство элеватора, которое было закончено в 1917 году. Рядом с элеватором возник жилой микрорайон. На восточной окраине построили кустарный цех по изготовлению глиняной посуды и детских игрушек. Начал разрабатываться песчаный карьер. На средства купцов и лавочников были возведены кожевенный завод, кондитерская фабрика. Они сгорели в 1917 году. Построили водяную мельницу, просуществовавшую до 1928 года. Тогда наши танкисты ворвались на аэродром и уничтожили 350 самолетов. Только 2 из этого числа удалось улететь. Уже в мирное время немецкий летчик Курт Штрайт в немецкой газете Deutsche Soldaten Zeitung пишет об этом дне. Вот что он пишет. Утро, 24 декабря 1942 года. На востоке брежет слабый рассвет, освещающий серый горизонт. В этот момент советские танки, ведя огонь, врываются в деревню и на аэродром. Самолеты сразу вспыхивают, как факелы. Всюду бушует пламя, рвутся снаряды. Взлетают в воздух боеприпасы, мечутся грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди. Все, что может бежать, двигаться, летать, пытается разбежаться в разные стороны. Рев танков и автоматов сливается со взрывами, орудийным огнем и пулеметными очередями в чудовищную симфонию. Все это создает картину настоящей преисподней. Утром 24 декабря был сильно густой туман, и противник в станице Тацинская нас не ожидал, вспоминает непосредственный участник тех событий, полковник в отставке Николай Васильев. Одно немаловажное обстоятельство. 24 декабря, католическое Рождество. Немцы, стало быть, заняты предпраздничными хлопоты. Ситуация для внезапного удара самая подходящая. Были захвачены врасплох, когда со всех сторон раздались грохот советских танков и пушечные залпы. Наши части внезапно ворвались на Тацинский аэродром. Первым был батальон капитана Нечаева.
Завязался тяжелый бой зенитным дивизионом противника. Зенитчики били по танкам в упор и подожгли несколько машин. Однако танкисты сумели подавить их сопротивление. Уничтожив охрану аэродрома, танкисты расстреливали бегущих к самолетам летчиков. Фашисты были в панике, выскакивали кто в чем и бежали к самолетам. Начинается безумие. Со всех сторон выезжают на стартовую площадку самолеты. Все это происходит под огнем и в свете пожаров. Небо распростерлось багровым колоколом над тысячами погибающих, лица которых выражают безумие. Вот один Юнкерс 52, не успев подняться, врезался в танк, и оба взрываются со страшным грохотом, превращаясь в огромное облако пламени. Вот уже в воздухе сталкиваются Юнкерс и Хейнкель и разлетаются на мелкие куски. Рев танков и авиамоторов смешивается со взрывами снарядов и ружейно-пулеметным огнем, превращается в чудовищную симфонию. В этой операции нашим корпусом был уничтожен 301 самолет. Это было возмездие со Сталинград, который гитлеровские летчики подвергли ожесточенные бомбардировки и почти полностью разрушили. Именно на этом месте находился тот самый аэродром. На сегодняшний день здесь сохранились только разрушенные остатки казарм, которые находятся у меня за спиной. Узнав о катастрофе в станице Тацинская, Гитлер пришел в ярость. Он приказал расстрелять бывшего начальника Тацинского гарнизона, а советских танкистов изловить и казнить. В мемуарах бывших генералов и офицеров вермахта упоминается его строжайшее требование – живыми из станицы их не выпускать. За обстановкой в районе Тацинской пристально следил и советский верховный главнокомандующий. Сталин прислал командующему фронтом Николаю Ватутину такую телеграмму: «Первая ваша задача – не допустить разгрома Баданова». А потом еще раз напомнил: «Ни на минуту не забывайте о Баданове». Труден был путь танкистов в Тацинскую, но еще труднее оказалось удержать ее в своих руках. В предыдущих боях части корпуса имели потери и были ослаблены. В результате из 159 танков осталось 39 танков Т-34 и 19 легких Т-70. После полудня 27 декабря положение советских танкистов резко ухудшилось. С западной стороны к станице прорвалось 16 вражеских танков. Задержать их было нечем. Батарея противотанковых пушек еще не успела развернуться. И тогда Баданов ввел в бой свой последний резерв – батальон капитана Михаила Нечаева, в котором осталось всего 5 танков Т-34. Через час ожесточенной дуэли на поле пылали 7 фашистских танков, остальные повернули обратно. Все наши машины сгорели,
отважный комбат дрался до последнего. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. После этого боя стало ясно, что теми силами, которые остались, удержать станицу невозможно. Свое мнение Баданов изложил по радио генералу Ватутину. Ответ пришел после полуночи. Командующий фронтом разрешил корпусу покинуть Тацинскую. Для прорыва была сформирована группа добровольцев из 300 человек, которые должны были отвлечь немцев. Было решено оставить тяжелораненых, взяв с собой только тех, кто может нести оружие. В 3 часа ночи остатки корпуса пошли на прорыв. Прорвав оборону немцев, корпус вышел к своим. Утром остатки корпуса соединились с передовыми частями армии. Из окружения вышло 927 человек. Из всех, кто остался прикрывать выход корпуса, не вышел никто. Танковый рейд в тыл противника закончился 30 декабря 1942 года. За 6 дней стремительного наступления корпус прошел 300 километров. Им было уничтожено 84 танка. 106 орудий разного калибра, а главное 351 самолет противника. С потерей Тацинской прекратилось снабжение войск Паулюса. Внезапное появление советских танков Тацинской разрушило надежды Гитлера на воздушный мост, который ему обещал Геринг. А надежды на спасение у окруженных группировки Паулюса рассеялись как дым. Войска Паулюса оказались без продовольствия, боеприпасов и горючего. Это значительно ускорило их капитуляцию. На перекрестке федеральной автотрассы Каменск-Волгоград и дорог, идущих в направлении Тацинской и Скосырской, возвышается грандиозный мемориал «Прорыв», посвященный героям Тацинского танкового рейда. Открытие памятного знака состоялось 8 мая 1983 года и приурочено было к празднованию 40-й годовщины легендарного Тацинского танкового рейда. Автором мемориала является ростовский архитектор Петр Ибалаков, заслуженный художник Российской Федерации. Памятник выполнен из железобетона, металлического сплава и представляет собой композицию из бетонных свай, символизирующих последствия бомбежки и выброшенную далеко вперед 33-метровую стелу с барельефным изображением танков. Взломывая глыбы вражеских заграждений, врезается в донское небо белый танковый клин. Второму гвардейскому Тацинскому танковому корпусу посвящается. Строгие буквы, летящие по постаменту следом за танками в небо, четко видны каждой проезжающей машине. Сентября 2018 года в станице Тацинской на площади борцов революции установили памятный знак «Станица Тацинская», населенный пункт воинской доблести. Почти 7-метровый обелиск с бетоном, мрамора и бронзы красуется теперь в западной части станичной площади. Спустя многие десятилетия в нашей памяти и по сегодняшний день живет гордость за русского солдата, который ценой собственной жизни даровал своим правнукам мирное небо над головой.